Твери в галерее пейзажа имени Зверькова прошла презентация второго каталога работ известного художника Владимира Дмитриева. Новое издание включает в себя еще 100 натюрмортов и пейзажей нашего земляка, который был известен далеко за пределами Верхневолжья. Владимир Дмитриев родился в 1954 году в деревне Великая Андреапольского района. Закончил Калининское художественное училище и в конце 70-х дебютировал на областной выставке молодых художников. Через несколько лет произведением Владимира Дмитриева всерьез заинтересовались коллеги и ценители живописи. В 90-х годах его работы все чаще оказываются в частных коллекциях не только в России, но и за рубежом, рассказывает его земляк, известный финансист и коллекционер Александр Вихров. Есть художники, чья значимость выходит за пределы какой-то территории. Я думаю, что Володя Дмитриев относится к их числу. Я знаю о том, что его произведения продавались на аукционе «Сотбис». И даже его коллеги, художники здесь, в Твери, при жизни называли его гением. В ходе презентации было отмечено, что в своих работах Владимир Дмитриев в основном следовал традициям отечественной реалистической школы, отдавая предпочтение жанрам натюрморта и пейзажа. Во многих своих работах он воспевал красоту родной тверской земли, русской деревни. Однако в основном его работы находятся в частных коллекциях и доступны узкому кругу лиц. Каталог, уже второй по счету, дает возможность всем ценителям изобразительного искусства познакомиться с произведениями земляка. Я бы вообще даже назвал это не каталогом, а настоящим альбомом его искусства, в котором можно посмотреть на доподлинное творчество, потому что он очень хорошо показывает те работы, которые участвуют в выставке, и вообще творчество самого мастера. В ближайшее время все экземпляры каталогов с работами художника Владимира Дмитриева появятся в открытом доступе не только в галерее пейзажа имени Зверькова, но и в основных библиотеках Твери. Кроме того, решается вопрос о поставке этих альбомов по искусству и в областную картинную галерею.